здоровья, скидки. Всем привет! Горнолыжные склоны в Самаре официально открылись, и если вы давно мечтали освоить горные лыжи, самое время. Тем более, что спортивные магазины предлагают огромный выбор снаряжения. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При покупке лыж стоит придерживаться нескольких критериев. Формула, в которых учитываются вес и рост, и лишь стартовая отметка. Есть и другие факторы, а именно категория лыж, тип снега и ваши личные пристрастия. На ростовку влияет, в частности, выбор склонов. Лыжи для подготовленных склонов, рассчитанные на короткие дуги, выбираются короче. Для средних дуг немного длиннее. Для катания вне трасс горные лыжи берутся еще длиннее. А при выборе ростовки спортивных лыж существует особое ограничение Международной лыжной федерации, которые действуют только на соревнованиях определенной категории и не являются обязательными в случае любительского катания. Определитесь, где и как вы собираетесь кататься. Будете ли вы кататься по любым типам склонов, на горнолыжных курортах со свежим и искусственным снегом, по подготовленным склонам, по естественным со свежим и глубоким снегом или же в парках, выполняя прыжки и трюки. В зависимости от цели нужно выбрать жесткость лыж. Мягкие лыжи обеспечивают маневренность на низких скоростях, идеальны для начинающих и спокойного катания. Жесткие лыжи гарантируют точность и контроль на высоких скоростях, подходят для подготовленных пользователей. На сайте «Спортмарафон» можно купить горные лыжи со скидками до 60%. Так, детские лыжи фирмы «Соломон» синего цвета сейчас продаются за 10 796 рублей вместо 26 990 рублей. Горные лыжи «Фишер» для взрослых предлагают со скидкой в 50% за 41 280 рублей вместо 82 560 рублей. Горные лыжи «Фишер» сине-оранжевого цвета предлагаются со скидкой в 30% за 41 160 рублей вместо 58 800 рублей. Интернет-магазин «Зимние игры» также предлагает горные лыжи со скидками до 56%. Так, лыжи фирмы «Соломон» V-Max бело-черного цвета можно приобрести за 19 900 рублей. Детские лыжи фирмы «Atomic Red Star» красного цвета сейчас стоят 14 900. Лыжи для взрослых «Fisher Brilliant» темно-синего цвета сейчас предлагают приобрести за 31 900 рублей. На сайте магазина «Кант» лыжи для взрослых черного цвета сейчас можно приобрести за 20 511 рублей. Они оснащены креплениями, которые позволяют делать резкие повороты. Модель «Соломон Аэро» черного цвета на том же сайте предлагается со скидкой в 46% за 18 891 рубль. Они маневрируют на любом рельефе благодаря легкости и уникальной конструкции носка и пятки. Сейчас помимо универсальных лыж унисекс есть и профильные, специально для женщин. Модели, разработанные для слабого пола, несколько легче, мягче и короче модели унисекс. В них применяются более легкие материалы, а рабочие характеристики подобраны с учетом особенностей женской анатомии. У женщин, как правило, центр тяжести расположен ниже, чем у мужчин, и сильнее смещается назад при катании, когда лыжница сгибает ноги. Помимо этого, женщины обладают меньшей массой тела, чем мужчины того же роста, и у них меньше сил, которые они могут приложить к своим лыжам. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Отличные скидки!